один хлопець ладошей сьогодні на сцені. Зірва для соба, давчі ребята, ви точно попали. Діватися нікуда і опіратися група. Просто давайте, хлопець ладошей сьогодні на сцені. Зірва для соба, давчі ребята, ви точно попали. Діватися нікуда і опіратися група. Просто давайте, хлопець ладошей сьогодні на сцені. Побольше. А мы продолжаем. Жесткий цветмод. Мы постараемся, да, в эти выделенные нам 50 минут сыграть по максимуму песен. Поэтому, вопреки нашим обычным концертам, я буду поменьше говорить, и мы будем побольше играть. Не радуйся, Евгений. Хэй.
Спасибо. Я как-то уже устал, если честно. Но программа есть программа, мы продолжаем. Соберись. Шут. Соберись, Рявкин. В тени живот тебя снимают. Шнурок развязал свой, да? Следующая песня, как бы, с политическим подтекстом, которого в ней на самом деле нет. Mother Russia. Let me speak from my heart in English. Yeah!
песни «Speak from my heart» in English. Спасибо! А сейчас прозвучит медленная композиция про любовь. Те, кто хочет, может пригласить танцевать Олега, хотя нет, он нам не понадобится. Тихо! Это я не вам, эта песня называется. Вам представится уникальный шанс услышать самый сладкий голос, который есть на планете. Это голос Олега. И причем будет два шанса, а может быть и три, как пойдет. Песня называется «Я с тобой». Олег там поет, ну, как ангел практически. Потеряла смысл, на душе одиночество испарено.
самых важных дел, самый короткий список промедлений, теперь реально летально. Я тебе лишь одно скажу, ты не вздумай сдаваться. Кстати, вот тебе рука моя, так будет проще держаться. Вчера, а сегодня вроде как бы лайковый. А вот хренушки. Сейчас будет песня, которая называется «Вместо сердца», она же «Черная дыра». Поехали. Поехали.
сердца черная дыра. А мы продолжаем нашу ретроспективу и сыграем песню с нашего первого альбома, которую мы переделали 8 раз. И это уже не смешно. Поехали.
Спасибо. По традиции, сейчас будет песня, которая исполняется всегда. Ностальгия. Старпёры заухали. Неотвратимо, медленно мы все-таки движемся к финалу. Следующую песню мне бы хотелось посвятить вот непосредственно... 80, да? Нет? Следующую песню мне хотелось посвятить данному мероприятию, фестивалю. И лично Мише Шанареву, который взвалил на себя. Давайте похлопаем вообще. Человек решил делать что-то такое. Не друзья. И он большой молодец. И песня как раз об этом, о том, что никогда не надо сдаваться, всегда нужно гнуть свое время. Поехали. Никому не нужного творчества. Проиграна гонка за лайками, девкам с прозрачными мокрыми майками. Бренды и тренды, немного чина, фасовый гламур. Вот основные причины того, что в очиде не осталось поэта. Спасибо вам, соцсети, за это. Руку, кулак, волю, кому жизнь ящика стена.
Естественно, хотелось бы добавить, что писать на стенах — это плохо. То есть это метафора, поэтому пишите на стенах ВКонтакте. Последняя песня. Группа Greenwich Village должна готовиться и нервничать. Или, может, не нервничать, но еще программа на часа два есть. Нет? Не-не-не, рано-рано. Я сейчас еще добиться-то. Подождите. Все, мы готовы, Павлик? Погнали. Нормальное начало. Давай, у меня водичка уже кончилась. Домой хочу. Сейчас нормально? Yeah.
Цветного фестиваля выделяет группу всего по 50 минут. Будем уважать и любить друг друга. Особенно любить и особенно уважать.